В Электрогорской городской больнице совершенно бесплатно проходит диспансеризация для жителей города. Обследование пациента способствует выявлению заболеваний, предшествующих преждевременную смертность и инвалидизацию населения для последующего предотвращения их развития. Диспансеризации подлежат все взрослое население, начиная с возраста от 21 года и кратно далее 3. В этом году у нас начинают, скажем, 94, 91, 88, 85 и так далее, кратные 3 года. Все, кто подходит под эту категорию, могут обратиться в 8-й кабинет Электрогорской городской больницы с понедельника по пятницу, где вам назначат определенный день прохождения диспансеризации. По диспансеризации мы проводим антропометрические данные. На весах измеряем вес, выписываем направление на анализы, объясняем больным, куда нужно пойти, как это сдать, натощак и в каком помещении, где. Все у нас расписано по кабинетам, где в каком кабинете, все это больным рассказываем. В ходе обследования вы сдадите анализы крови, мочи, сделайте ЭКГ, флюорографию, УЗИ, маммографию и посетите определенных врачей. Многие уже обратились в больницу и начали проходить диспансеризацию. Самой всегда некогда. Нет времени пройти каких-то врачей. Очень хорошо, что сейчас есть такая возможность, диспансеризация, когда можно прийти и одновременно за один день пройти всех специалистов, сдать анализы и узнать о своем состоянии здоровья. В процессе прохождения диспансеризации часто выявляется повышенное глазное давление, высокий уровень холестерина и глюкозы. К примеру, только за этот месяц предварительно поставлено на учет к эндокринологу 15 человек с повышенным сахаром. Все зависит от того, своевременно ли начато лечение, поэтому, конечно, лучше всегда все предупредить, то есть начать своевременно заниматься своим состоянием здоровья, чтобы сохранить его на долгие годы. Группа врачей также периодически выезжает на предприятия, расположенные на территории города, где не только проводят диспансеризацию сотрудников, но и дополнительно вакцинируют людей. Уже около 2500 взрослого населения приняли участие в вакцинации. Вакцинация у нас проводится бесплатно. Вакцины у нас достаточно. Мы хорошие. Отечественные вакцины работаем. Реакции на нее вот за все годы, с которыми мы с ней работаем, не было. Подлежат вакцинации практически все возраста. Противопоказанием абсолютным является непереносимость куриного белка, так как вакцина выращивается на курином белке. Для жителей, работающих в Москве или в Электрогорске, графиком 5-2 на прохождение диспансеризации вакцинации специально будет выделен выходной день – суббота, 14 ноября. С 9 часов утра специалисты Электрогорской городской больницы будут ждать всех тех, кто заботится о своем здоровье.